Смотрите сегодня в выпуске. И снова аварийные. Бийчане продолжают скитаться по инстанциям в поисках истины. Очередная история матери-одиночки. Исторический памятник Фомченко-1 официально признан аварийным в 2015-м. Расселение началось в мае 2021-го. Однако, как выяснилось, новые квартиры предоставили не всем. Одной из собственниц предложили деньги в качестве выкупа ее квадратных метров. Они считают как-то квадраты, интересно. У меня они туалет, коридор это выкидывают. Считают чистую площадь 16. А 20 у них не считается, как у меня есть. У себя они, из этих 20, они считают коридор, туалет, даже балкон в квадраты. У них получается площадь меньше жилая, но у них такой нету. Квартиру в этом доме Елена приобрела на материнский капитал за несколько лет до того, как его признали аварийным. Покупала 20 квадратов, а при расчетах жилой площади получается 16. Настолько маломерных квартир действительно не строят. Женщина обратилась в суд. Я просто им задала вопрос и хотела к ним обратиться. Они сказали, мы не будем этим заниматься. Администрация на все имеет право. Это их дело. Как они решат, так и будет. Но сначала мне предлагали 300, потом 400, сейчас 490 предлагают. Обращалась в органы опеки. Мне сказали, ты мама, ты решай, где она будет жить. Это не наш вопрос. Елена – мать-одиночка, поэтому вариант с ипотекой даже не рассматривает. Однако доплатить за недостающие квадраты готова. Но и такой вариант не рассматривается. Ну, 300 я хотя бы могла взять ссуду. 300 я бы смогла, но 500 я не потяну. А если 400, как сказать, я возьму 400 на руки, я просто ничто не возьму за 400 и за 300. Сами-то сплюсуйте сумму. За 700 тысяч я не найду. Я все в интернете облазила. 850 общага. Клоповники. Стоит 850. Я не смогу просто одна. Мне же ребенка надо и кормить, и одевать, и в школу собирать. По словам Елены, алименты от бывшего мужа она не получает. И прекрасно понимает, что если останется без жилья, потеряет и ребенка. Президент Владимир Путин предложил запустить новую программу, по которой будут расселять из жилья, признанного аварийным, на 1 января 2021 года. Это свыше 11 миллионов квадратных метров по всей стране. Новую программу планируется принять до конца года. И сейчас действует программа расселения жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. В новой программе расселения из аварийного жилья планируется использовать и субсидированную ипотеку, и наемное жилье, и комплексное развитие территорий. Об этом накануне сообщил замглавы фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин. По его словам, механизмы, которые зарекомендовали себя в предыдущей программе, будут работать и в новой. Протокол коммунального рейда. Елене Веревкиной рекомендовано обратиться в прокуратуру. За судьбой женщины и ее дочери мы продолжаем следить. Между тем, напоминаем, что случаев, подобных этому, в Бийске достаточно много. И мы уже рассказывали о борьбе за свои права жителей из переулков Байкальский, Соколовский, Коммунистический, с улицы Ленина. Пока люди ходят по судам и инстанциям, дома, признанные аварийными после января 17-го, продолжают разрушаться. Напомним, что 1 января 17-го прекратила свое действие федеральная программа по переселению и начали действовать региональные. Муниципалитетам было предложено выкупать аварийное жилье. И вот здесь круг замкнулся в точке под названием «Городской бюджет». Может быть, новая федеральная программа, если, конечно, она будет принята, поможет решить проблему. Ну а пока хотелось бы, чтобы чиновники рассматривали каждый случай возможности стать бомжем индивидуально. Ведь на кону чаще всего оказываются детские судьбы. Далее в выпуске. Почему газовики продолжают поставки газа тем, кто отказывается от профилактических проверок оборудования? Комментарии специалиста и мнение бийчан.
Газоснабжающая организация обязана приостановить поставку газа в квартиры, в которых газовое оборудование находится в ненадлежащем требованиям безопасности состоянии. Так прописано в правилах. Однако на факте все по-другому. Поставщик газа все равно осуществляет туда поставку, потому что это коммерческая услуга, это доход, и просто так прекращать поставку нельзя. Опять же, играет роль социальный вопрос, да? Нельзя, чтобы люди оставались без газа. Проверкой плит, стояков и вентилей может заниматься только компания, включенная в реестр по оказанию этой услуги. Именно с ними заключают договор управляющие компании, и в этом случае проверки проводятся по графикам. Только вот проверяющих в свои квартиры пускают далеко не все. Я думаю, что просто боятся. Сейчас, видите, всяких мошенников много, поэтому я думаю, что просто боятся. В наше время, знаете, страшно. Не всегда газовики выглядят как газовики, нет удостоверений и так далее. Вообще не пускать это неправильно. Но для того, чтобы люди пускали, я думаю, как-то заранее нужно давать коммуникацию, что вот придут специалисты, и чтобы это было от официальных органов каких-то, даже от той же управляющей компании. Объявления пишут, но их или не читают, или игнорируют. Скорее всего, уверены, что без газа в любом случае не останутся. Как оказалось, проконтролировать число уже проведенных или непроведенных проверок в неорганизованных домах на сегодня вовсе практически невозможно. В чем, допустим, проблема? У нас там, где есть управляющая компания, там как-то попроще, потому что управляющая компания, она следит за этим оборудованием, она знает, проводилось оно или нет. А там, где нет управляющей компании, вот, допустим, у нас тоже непосредственный способ управления, где люди сами управляют, там немножко посложнее, потому что информацию о том, проводилось ли обслуживание ВДГО или нет, знает, кто у нас должен знать. Поставщик газа говорят, меня это не интересует, я этим не занимаюсь. То есть должен знать либо собственник этого дома, да, проводилось, либо нет. И все, больше получается никто. Мы делаем запрос к поставщику газа. Он говорит, я этой информацией не владею. Аналогичная ситуация складывается и в домах, подключенных к природному газу. Понятно, что в момент подключения все оборудование новое, соответствует требованиям. Но что станет с ним через год-другой? Частный сектор мало организован, и получается, что проверки – личное дело каждого. Нет, отказываться нельзя. Мы жили в деревне, вот сколько лет мы жили, у нас два раза только проверяли газ. А мы прожили 20 лет, это разве хорошо? Мы-то хотели, чтобы у нас проверяли. Мне кажется, чем чаще, тем лучше. Вот раз в год достаточно? Нет, этого мало. Это очень мало. Мне кажется, раз хотя бы в полгода надо. Я думаю, можно чаще. И если где-то что-то пахнет, и чтобы быстро реагировали службы на это. И проверяли. Это раз в полгода или раз в квартал хотя бы вот так. Раз в год это точно. Или в полгода. Я вообще очень боюсь газового отопления. Мало ли какой сбой произойдет. Просто были же уже случаи. И очень много. Да, наверное, чаще надо проверять все это газовое хозяйство. Контроль прежде всего. Естественно, от хозяев зависит. Больше половины опрошенных бичан согласны с тем, что безопасность дома зависит от ответственности тех, кто в нем живет, и готовы проверять свое оборудование даже чаще, чем установлено сегодня правилами. А вот рычагов воздействия на так называемых уклонистов немного. Административных штрафов от жилинспекции, как показали проведенные ранее рейды, боятся единицы. Смотрите программу «Коммунальный рейд» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийский город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.